Смотрите, как зарос наш пруд. Возвращается в болотце. Я взял с собой лодку и сейчас попробую вот тут вот пособирать вот эту вот лясочку. Просто потому что и все. Ну, мы вот здесь пока расположимся и вот тут вот покатаемся. Ну что, мы расположились. Остров, да, вот наш остров. Сейчас мы попробуем вот эту вот тину хотя бы попробовать очистить. Ой, друзья, вы на канале Географ на задании. Задание у нас пруд. Вот такая вот. Сейчас мы ее распакуем. Давно я ее не распаковывал. Так. Давай расправляй. Я? Ты помогай. Еще. Так, вот, вот наша лодка готова. Смотрите, смотрите, смотрите. Выдра. Подтекала. Опа, и в норку. Мошнички, вы пойдете. Что-то она там таскает, яйца какие-то. Да, свои, наверное. Нет, хотя какие свои. Может, змеиные? Заприметили выдру? Выдру заприметили, которая тут яйца какие-то тырит там на острове. Да, граблями, конечно, здесь вряд ли обойдешься. А давайте на вторую типа половим. Нет. Аккуратно. И садись. Спиной? Да. Я боюсь, что я тебе не добавлю. Все, уселись? Дай мне жить, поделаться. Ты зачем взял эту штуку? Из машины, а? Да, друзья, здесь нужно бреднем проходить и не в лодке, а в болотных сапогах. Потому что здесь вот эта ряска. Сейчас просто ее в кучу соберем и все. Чего? Кораблики можно запускать. Кораблики можно. Переплыли с детишками на островок, где тут выдра. В общем, ну тут бреднем надо идти или какими-то сетями, потому что моей грабли здесь делать, конечно, нечего, так мертвым припарка. В общем, вот так вот, но будем чистить тут, в принципе, несложно, если осторожно. Поплавали немножко, пособирали вдоль островочка.
Вот тут немножко собрали. Мы с детишками поплавали. Ну и сейчас поедем. Первая часть у нас закончилась. Лодку я не стал сдувать. Поэтому мы еще приедем сюда. Возьмем, наверное, побольше граблей. И, собственно говоря, ждите продолжения. А пока мы поехали обедать. Дети проголодались. Понравилось? Ставьте пальчик вверх. Всем пока.